Всем привет, с вами как всегда я Бэдмен, и после этого видеоролика меня возможно забанят на всех серверах проекта Смотра МТА. По какой причине меня забанят, я вам сегодня расскажу. Если я тебя заинтересовал, поставь лайк, подпишись на канал, ну а мы начинаем. Приятного тебе просмотра. Начнем с того, что я начинал свою карьеру на YouTube именно на этом проекте. Поскольку я снимаю только МТА, я впервые зашел на Смотру и с нее начал снимать, соответственно, на YouTube видосики. За это я просто безмерно благодарен Смотре, то, что она была на тот момент, то, что дала мне стартовый буст, и очень благодарен непосредственно Александру, который в трудный момент жизни меня выручил. Но как игрок у меня, как у игрока точнее, у меня осталась куча претензий к проекту, и сегодня я хочу вам их высказать. По той причине, что очень долго я ждал чего-то нового, чего-то интересного на этом проекте, но за 2 года он не изменился абсолютно. То есть в моем понимании он вообще не поменялся, здесь как не было нечего делать, так и осталось, потому что системы какие-то добавляли, какие-то выводили, разработчики как-то пытались добавлять какие-то систему грязи, систему поломок, систему чего-то еще, но все это людям абсолютно не было нужно и не заходило. Почему же так получалось, что людям это не было нужно? Потому что у людей никогда никто ничего не спрашивал, нужна им эта система, не нужна им эта система, никаких голосований не было проведено, их ставили перед фактом, будет вот эта вот система, и все, живи с этим, развлекайся, так сказать, мой свою машину, трать свои деньги. И из развлечений то, что последние добавили, это лутание бочек и сброс аирдропов, добавили, грубо говоря, раст на Смотру, и этого развлечения мне хватило буквально на меньше чем неделю. Мне запрещали снимать ролик до моменты, как с обновления пройдет неделя, да, именно запрещали, мне запретили снимать ролик со своим мнением по проекту, по обновлению, поэтому я его записываю сейчас, спустя какое-то время, потому что мне сказали, что через какое-то время ты сможешь высказать свое мнение и свою критику соответственно. Начнем с того, что, во-первых, Александр перестал выходить на связь, и новый менеджер, который занимается ютуберами на Смотре, тоже полностью перестал выходить на связь. Почему же так получилось? Раньше этим пиар-менеджером был я на Смотре, за это я Сане безумно благодарен, он в трудный момент жизни нанял меня на работу, очень мне сильно помог, и если вы думаете, что я поступаю плохо, что сейчас записываю это видео, вы можете так считать, это ваше право. Но я считаю то, что я записываю сейчас претензию не к людям, которые делают проект, а именно как не к их качествам как людей, а их качествам как разработчиков, которые делают какой-либо проект, а я делаю видео как игрок. То есть у меня нет претензий к самим людям, у меня есть претензии к проекту, так что не путайте вот эти вот две вещи. Как у обычного игрока, у меня накопилось огромное количество претензий к проекту, поскольку за 2 года, что я здесь играю, не изменилось абсолютно ничего. Да, сделали более хорошую оптимизацию, сделали прикольные отражения, и для меня это все, что было интересного на этом проекте за эти 2 года. Я каждое обновление ждал просто безумно, очень надеялся, что оно будет чем-то прям мега интересным, мега хорошим, тем более проект-то крупный, онлайн-то имеется на каждом сервере, но разработчики, ну, точнее, соответственно, у разработчиков имеются финансы на дальнейшую разработку, но, как вы видите, системы какие-то, которые добавлялись, их сразу выводили, потому что люди просто бунтовали, причем реально бунтовали по поводу этих систем. Система грязи, система поломок и так далее. Да, они прикольные, но они не подходят под этот проект. Это RPG проект, ему нужны системы RPG-шные, то есть то, что вы вводили, это все было для RP. Да, контра была прикольной, но людям не зашло. Вы ее убрали, это логично. То есть это, как можно было сказать, временное мероприятие, в которое люди могли поучаствовать. Окей. Но остальные системы, они абсолютно не предназначены для RPG серверов. На данный момент разработчики полностью, как по мне, забили болт на проект и не собираются никак его в дальнейшем развивать, потому что обновление выходит раз в полгода, добавляют несколько машин, что-то там, какую-то систему покраски, что-то еще, и все. Новых игроков фактически нету. PR-менеджер не выходит на связь с ютуберами. Тут просто нету ничего абсолютно. То есть, посмотрите, старые игроки держат онлайн. То есть, у кого много часов, новичков здесь фактически нет. И новички здесь не могут задержаться, потому что им просто-напросто становится дико скучно, как и мне стало сейчас. Старички остаются здесь, потому что надеются, что что-то изменится, что какие-то системы новые ведут, что проект станет намного лучше, и по-прежнему продолжают верить в разработчиков. К сожалению, я эту веру для себя потерял, и не могу сказать, что я жду от этого проекта чего-то еще большего. В моем понимании, этот проект умирает, и умирает он в том смысле, то, что разработчики на него полностью положили болт. У такой большой команды есть возможность в любом случае оплатить, нанять скриптера, заключить договор. Я знаю, Александр очень сильно боится
нанимать кого-то на работу по той причине, то, что могут кинуть, слить ресурсы, что-то еще, и его претензии, соответственно, понятны. Но делать сервер одному и выпускать обновление раз в полгода тоже, ну, такое себе. Я не буду говорить сейчас название проекта, но на одном проекте обновление за полгода выходит по 5-6 штук, то есть каждый месяц выходит какое-то обновление, и люди всегда находят чем заняться, им всегда там интересно, весело, но... На этом проекте, причем тот проект имеет онлайн 100 человек, а этот проект имеет онлайн 400, 500, 600 человек на двух серверах, грубо говоря. И развитие как не было, так и нет, хотя вот этот более мелкий проект развивается намного лучше. Опять же, название я не буду говорить, потому что сегодня ролик я снимаю именно про проект Smotr MTI. Пиарится на вот этом вот моем видеоролике, другие проекты я не буду. Это как бы логично, я считаю. Это часть уважения, так сказать, к людям, к разработчикам, к Александру, поэтому я не собираюсь в этом ролике хайпиться на имени Смотры. Я просто буду высказывать свои претензии. Ничего не добавили, ничего не планируется добавляться, и обновления выходят крайне редко. CCD и Смотра, они просто застыли во времени, они просто на пассиве получают доход, и им, в принципе, ничего больше, как по мне, не нужно. Я не знаю, к чему они двигаются, что они делают, возможно, какие-то новые проекты втихаря там мутят, я не знаю. Но на данный момент я не вижу развития именно этого проекта, и мне здесь абсолютно нечем заняться. Все, что можно было снять за эти 2 года, я уже отснял больше, чем положено дальше даже. То есть я высасывал контент из пальца, и, к сожалению, сейчас здесь мне абсолютно как ютуберу нечем заняться, мне нечего делать. И поэтому много ютуберов здесь вы и не увидите. Я уже очень давно не снимаю на Смотре, сейчас давайте доедем до моего бизнеса, я как раз покажу, сколько я накопил на бизах, и вы сможете понять, сколько дней я просто не заходил и не участвовал в жизни проекта. Я просто здесь существую, я зайду иногда, да, чтобы меня не обнулили, накоплю деньги на бизах, хотя меня, возможно, после этого видеоролика полностью забанят. Но все же я стараюсь подкопить денежек, мало ли, что-нибудь здесь годное выйдет, у меня была такая мысль, но сейчас я понимаю, что я зря коплю эти деньги и все такое прочее. И большая просьба не писать сейчас в комментарии, что типа раздай мне все бабло и все будет хорошо. Нет, свои деньги я сдавать не буду, пускай они лежат, если меня забанят, пускай забанят, эти деньги пускай останутся на этом аккаунте, как бы никуда их раздавать, прятать не собираюсь, забанят так забанят. Так, следующая претензия моя заключается в том, то, что перестал менеджер выходить на связь с ютуберами. Задача менеджера — искать всегда новых ютуберов и поддерживать связь со старыми. Я всегда писал всем блогерам, выходил с ними в Discord, помогал в каждом моменте, что-то непонятно. С одним блогером я сидел по несколько часов, помогал ему настроить грамотно OBS, микрофон, подсказывал, что лучше купить, где купить, скидывал ссылки. То есть оказывал прям максимальную помощь, которая от меня требовалась на тот момент. А трудности менеджмента на проекте Smotr MTI было в том, что многие ютуберы знают, что здесь заняться абсолютно нечем. Они играют на более таких проектах, где больше контента, больше чего-то интересного, потому что на Смотре контент сдох, он кончился, его уже все отсняли, тут нету ничего нового, что могло бы как-то набрать просмотры, а для ютубера самое главное, как вы можете понять, это, соответственно, просмотры, это актив на его видосах, и без актива на видосах, соответственно, ютуберу даже смысла существовать особого-то и нету. Вот я наиграл уже 579 часов именно на третьем сервере, за 579 часов я уже здесь делал, ну, максимум все, что мог, и просто высасывал как-то это время из пальца, просто катаюсь, вот как сейчас, ничем не занимаюсь, просто катаюсь на машине, просто катаюсь, я сюда не доначу, я сюда не вкладываю время, я просто вот зашел покататься, просто пообщаться с вами, чтобы на фоне был именно этот проект, о котором я сейчас говорю. Да, Смотра делает хорошие машинки, да, она делает что-то интересное в плане тюнинга и так далее, но не более того. Проект застыл во времени, нету новых дизайнов, нету новых каких-то систем, нету переработки старых систем, все застыло во времени. Это моя основная претензия к проекту. Если меня после этих слов забанят, пускай меня банят. А то, что Глара закинули на 7000 рублей, до сих пор мы не заплатили 7000 рублей, тоже интересная информация, потому что он отснял ролики, которые его просили, но деньги ему так и не заплатили. Я не понимаю, чем занимается пиар-менеджер Смотры, на данный момент и кем он сейчас является, но я считаю то, что со своей работой он полностью не справляется. Да, я тоже не справлялся в связи с тем, то, что ютуберов по МТА крайне мало, и заказывать и бюджет, кстати, был тоже немножко ограничен.
А, нет, я знаю, чем он занимается. Смотрите, Георгий Лемон — это страничка официальная «Смотри», которую создавал Александр, на которой сидел я, аватарку делал эту я, все там обустраивал, соответственно, я на этом аккаунте. Сейчас эту должность занимает другой человек, как я уже говорил, и я ему писал 5 числа. То есть последние видеоролики по обнове вышли, у нас было сотрудничество, по которому, соответственно, мне платили денежку, я снимал на проекте. Все было логично, и тут я спрашиваю: «Привет, новое видео вы заказывать будете? Привет, готов выслушать ваше предложение. Делайте вид, что меня не знает, хотя на смотре меня знают фактически все. А я до тебя пишу, эту должность занимал, 2 года уже на смотре снимаю. Последнее видео, что было оплачено, и стрим прилагаю к этому сообщению». А, вот они, эти видео, эти сообщения, сейчас я вам покажу. Цена за одно видео или стрим, пишу, 1500 рублей. Он пишет: «Хорошо, подумай, пишу вам позже». Пишу: «Георгий, вы ответ дадите?» Вчера ему пишу, сегодня он отвечает: «Добрый день, нас не интересует ваше предложение, спасибо». Вот так вот отдавать 2 года своей жизни проекту, который застыл во времени и который, соответственно, просто сказал: «Братан, иди нахуй, ты нам больше не нужен. Спасибо, замечательно, продолжим». И сейчас еще одна порция информации от нового менеджера. Давайте послушаем мои голосовые сообщения. «Добрый день, говорит, нас интересует ваше предложение». Я пишу... А, то есть вы сейчас осознанно отказываетесь от сотрудничества с человеком, который играет 2 года на этом проекте, пиарил его больше 1,5 лет бесплатно и на протяжении только 1,5 года, который занимал вашу же должность, и вы отказываете в съемках, при том, что актив на видеороликах у меня отличный для смотры, по меркам смотры. То есть я правильно понимаю? После чего он мне пишет: «Да, вы все правильно понимаете, то, что вы занимали ранее мою должность, никак не влияет на это, не понимаю, к чему это было сказано». Я пишу голосовое сообщение следующее. «Хорошо, тогда объясните причину, по которой вы не хотите сотрудничать. Это необходимо мне для того, чтобы провести аналитику и понять, по каким причинам некоторые проекты не хотят проводить сотрудничество с моим каналом. Будьте так любезны». А мы обсуждали это с Александром, эту тему, и пришли к выводу, что нам это неинтересно. Причины мы выкладывать не будем. Я пишу: «В принципе, как и всегда. Я вас понял, удачного дня. А, и скажите Александру, что он задолжал Гларусу 7000 рублей. А Гларус, между прочим, снимал на проекте, когда там было еще 10 онлайна, и поднял этот проект из дерьма, самолично вытащил его и поднял на нем онлайн, что смотря аж на полмесяца или на месяц закрылось, чтобы сделать оптимизацию и расширить слоты, потому что Гларус его нихуево пропиарил. А сейчас и я, и Гларус оказываемся нахуй никому не нужны». Вот такое вот отношение, ребята, смотри, к ютуберам и вообще контенту, и к серверу, и ко всему остальному. Думайте сами, это просто пиздец. Я не знаю, что сказать. Продолжаем. Ограничен. Усмотри, потому что все-таки доната-то нету, проекта стоит во времени, люди не донатят, они просто чилят, катаются, они сами стараются подняться, заработать, и донатов нет, и разработчикам, соответственно, невыгодно, чтобы не было донатов. И, соответственно, и стимула к обновлениям особо тоже нету. И я не знаю, что будет делать Александр, но на этом проекте я перестаю полностью играть до тех пор, пока Александр не возьмется за голову, не сделает что-то более современное, потому что этот проект, он устарел, полностью устарел, насколько это возможно. Он застыл во времени, я еще раз это повторю, я не стану повторять. Добавили спидометр, но он простенький, один. Этому худу уже сколько лет? А если вот кто старичок, скажите, сколько лет этому худу? Скажите мне, вот этому именно худу напишите в комментарии. Они даже, обычный худ, они не могут просто визуально что-то изменить, чтобы проект стал выглядеть более свежо, более интересно. У вас большой бюджет, ребята, у вас большие связи, вы имеете очень много связей в плане дизайнеров, в плане моделеров и прочих, и прочих, и прочих. Неужели вы не можете найти себе дизайнера, который сделает вам интересные какие-то интерфейсы системы? Может. Это влияет на оптимизацию? Не особо. Я вам говорю как разработчик одного из проектов. Вот смотрите, у меня накопилось 16 миллионов почти на каждом бизнесе. У меня 3 бизнеса, и на обоих, на всех трех, точнее, лежит по 16 миллионов. Вы можете посчитать, сколько я не заходил с учетом того, что бизнес этот на 90 тысяч выплат. Вот на калькуляторе там себе посчитайте и посмотрите, сколько дней я уже просто не участвую в жизни проекта, потому что мне здесь нечего делать. И как будет справляться с этим Александр, я не имею понятия. Пишите свое мнение в комментарии, я обязательно всех выслушаю, посмотрю, что вы напишете, но это вот мое мнение, и я не хочу от него никуда уходить, потому что я долго к этому видеоролику шел, я не хотел его записывать, и то обновление, которое сейчас вышло, оно просто никчемное. Оно ни о чем. За 1,5 года сделать такое обновление, это стыд. Для меня это стыд, ребятки. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свое мнение в комментарии. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.